Хотите отправиться в захватывающее путешествие по роскошным уголкам Бали? Лучшие отели, роскошные автомобили, изысканные рестораны, яхты и полностью индивидуальный сервис. Все это и многое другое в моей серии видео VIP Bali. Обещаю, ваше представление об этом тропическом рае никогда не будет прежним. Добро пожаловать на совершенно другое Бали, где роскошь не знает границ. Сегодня мы отправимся на жемчужину Бали, знаменитый остров Нуса Пенида. Причем мы не просто посетим остров, а сделаем это с шиком. На шикарной черной яхте в окружении друзей и холодного шампанского. Нас ожидает захватывающий снорклинг с гигантскими скатами, встреча с веселыми дельфинами и возможность покататься на самых мощных гидроциклах Бали, доставленных прямо к нашей яхте. Это было приключение, полное удовольствия и незабываемых моментов. Театр начинается с вешалки, а наше путешествие на остров Нуса Пенида началось на частный вилле отеля Saint Regis Bali и стало по-настоящему незабываемым благодаря роскошному Rolls-Royce и кортежу из индонезийской военной полиции. Если вам интересно узнать больше, обязательно посмотрите мое видео Rolls-Royce и полицейский эскорт на Бали. В Марине нас ждала уютная яхта, готовая отправиться на знаменитый остров Нуса Пенида. Когда мы прибыли, наши друзья уже были на месте, с нетерпением ожидая, когда мы поднимемся на борт и начнем наше приключение. Освежившись приветственным напитком, мы отплыли, полное предвкушение предстоящего путешествия. Погода стала просто замечательная. Голубое небо, яркое солнце и захватывающий дух морские пейзажи. А наличие рядом друзей сделало этот день поистине незабываемым. Это был идеальный момент, чтобы откупорить охлажденное мое шандон и отпраздновать жизнь. Моя философия проста. Жизнь слишком коротка, чтобы ждать особого случая. То, что вы живы и здоровы, уже веская причина для того, чтобы радоваться жизни. Остров Нуса Пенида – жемчужина недалеко от побережья Бали, славится своей нетронутой природной красотой и завораживающими пейзажами. Его изрезанные скалы, кристально чистые воды и потрясающая береговая линия создают завораживающую обстановку, которая идеально подходит для искателей приключений и любителей природы. На острове есть такие знаковые места, как пляж Келенкинг, известный своей скалой в форме тирекса, и безмятежные воды Кристал Бэй, идеальные для снорклинга и дайвинга. Исследовать Нуса Пенида значит открывать для себя скрытые лагуны, яркие коралловые рифы и встретить разнообразных морских обитателей, включая дельфинов и огромных скатов манты. Этот нетронутый рай предлагает незабываемые приключения для всех, кто ищет как спокойствия, так и захватывающих впечатлений. Исследование Нуса Пенида на борту частной яхты дает возможность свернуть с проторенной дорожки и избежать многолюдных маршрутов. Такая гибкость позволила нам открыть для себя менее известные спокойные места, такие как скрытые лагуны, и получить удовольствие от купания в нетронутых, кристально чистых водах. Изначально мы планировали остановиться на обед в Нуса Пенида, но наше путешествие было настолько приятным и расслабляющим,
что нам не захотелось покидать яхту, и мы выбрали кейтеринг на борту. Наше время на яхте было отмечено весельем и дружескими узами, которые надолго оставили этот день в памяти всех присутствовавших. Знаете, какие события становятся одними из самых лучших в жизни людей? Те, которые происходят неожиданно. И это как раз одно из таких. Мы чудесно проводим время на Бали, мы отдыхаем на пляжах, плаваем на яхте, катаемся на гидроциклах. Я сразу понял, что мы не можем упустить такой день. Мы поменяли билеты на самолет, отменили отели, чтобы быть сейчас здесь. Вау, что за прекрасный день! Я большой поклонник экстремальных видов спорта. Будь то водный спорт или горные лыжи, я обожаю все, что связано с риском и требует самоконтроля перед лицом страха. Я считаю, что экстремальные виды спорта имеют очень много общего с миром бизнеса, поскольку и в том, и в другом случае вам необходимо самообладание и контроль над ситуацией и в любых обстоятельствах. Чтобы придать нашему приключению еще более захватывающий характер, я заказала доставку самых мощных гидроциклов на Бали прямо к нашей лодке, чтобы каждый на борту смог получить удовольствие и острые ощущения. Наше путешествие на остров Нуса-Пенида подошло к концу, но у нас от него остались просто отличные воспоминания. Это был удивительный день, в который мы поздравляли одного из наших близких людей, которого мы давно знаем, Татьяну. День был просто чудесным, мы плавали вместе со скатами. Сейчас мы наслаждаемся прекрасным закатом, ели вкусную еду, прыгали в океан, пытались увидеть дельфинов. Это было так здорово. Да, в честь этого события мы также открыли много бутылок шампанского. Присоединяйтесь к нам в наших новых невероятных приключениях, ведь мы продолжаем исследовать, переживать и создавать неизгладимые воспоминания в Индонезии, Сингапуре, Европе и других странах и регионах мира. Не забудьте поставить лайк, подписаться и следить за новыми приключениями из самых интересных уголков планеты. А если вы хотите также шикарно проводить время и не беспокоиться ни о чем во время ваших поездок, доверьте это Irsbu Travel, ведь Irsbu Travel – ваш партнер в мир роскошного тревела.